Всем привет, мои хорошие! Сегодня я была в Фикс Прайс, и сегодня у нас будет обзорчик покупочек Фикс Прайс. Вообще-то я шла за одним, а купила уже другое. Я когда захожу в Фикс Прайс, я как ребенок, глаза разбегаются, все хочу купить. Но денег ограниченное количество, не все нужно. Но я обратила внимание очень много сейчас уже к Новому году, там всяких игрушек, украшений. И, в общем, я стояла у этого прилавка, долго-долго много чего смотрела, много новиночек. Но решила все-таки выбрать то, что мне будет нужно под Новый год, украсить стену, украсить окно, ну и так вот немножечко поукрашать. Самая моя дорогая покупка — это гирлянда. Она идет с вилкой и работает не от батареек, а работает она от розетки. 199 рублей стоит. Здесь 50 лет ламп. LED ламп. Вот. И я хотела вообще прозрачную, такую прозрачную, чтобы ее на стене было не видно. У меня есть черный шнур, и некрасиво смотрится он на светлой стене. Я вот купила такой. Ну, тут переключатель, само собой. И вот такие, называется кристалл. Называется гирлянда кристалл. Сейчас я ее включить хочу. Во, какая красота. Горит разными цветами. В общем, вот этим вот я хочу украсить стену. Еще для Нового года я взяла вот такой венок. Елку я покупать не буду, а вот такой вот веночек с шишечками, с игрушечками, симпатичный. Вот я хочу его повесить на стену. Украсить стену вот такой вот штучкой. Смотрится хорошо. Стоит венок 99 рублей. Мне кажется, вот цена. Я смотрела, чтобы это было побюджетнее, потому что очень много сейчас появилось в фикс-прайсе цен по 199 рублей. Но если так взять, допустим, там 5 предметов, уже 1000. Но это неинтересно. Поэтому я выбирала то, что может быть подешевле. В общем, остальные у меня украшения новогодние, они уже стоят дешевле 100 рублей. Вот я взяла вот такие вот наборчики. Они идут на прищепочках. Один такой золотистый взяла, другой синенький цвет. Это вот такие вот, как не знаю, цветочки, или можно как снежинки их считать. И еще там было серебристого цвета, но серебристого мне не захотелось, потому что оно будет теряться на белом фоне. Вот такие вот цветочки. И они на прищепочках. Можно даже вот раз и заколоть сюда. Ну, в общем, это можно приколоть хоть сюда, хоть на занавесочки, тоже украсить вот этими цветочками. Еще мне понравилась вот такая вот штучка. Ее просто можно повесить на стену. Здесь как раз тесемочки есть. Ну, симпатичная вот она со снегурочкой тут. Блестит, вся переливается. Это как раз декорация на стену. С Новым годом написано. Хоть на стену, хоть на окно. Я найду, куда прилепить. Ну, в общем, она тоже недорого. Я же говорю, все эти украшения, вот они, начиная... Вот такое украшение, например. Это наклейки на окно. Или на стену по 77 рублей. Вот они идут такие. Я взяла две. На одной елочка, игрушечки, снежинки, а на другой снеговик. Снеговик тоже снежинки. В общем, вот это все можно из этих двух сделать такую симпатичную композицию на окно. А шла я, собственно говоря, вообще посмотреть, есть ли там календарики. Потому что я заметила, что в конце года уже потом календарей нормальных не найдешь или вообще не найдешь. Разбираю. И я взяла один календарь, вот такой вот настольный, мне понравился, вообще симпатичный. Смотрите, какой. Отрывной в плане того, что здесь каждый месяц отрывается. Но я хочу его сейчас распаковать, посмотреть, как он в принципе выглядит. Вот. Мышонок, кстати говоря, это у нас сейчас символ года будет.
Вот так вот на подставочку он ставится. Вот на подставочку такую он ставится. И все. И можно поставить его куда угодно. И тут вот такие вот листочки, которые потом будем срывать. Каждые по месяцу. Здесь, кстати, есть и недели. Указана неделя. Ну, некоторым, вот мне, когда я работала, мне было важно, чтобы неделя указывалась, потому что отчеты по неделям сдавали. Но мышонок такой симпатичный, просто чудо. Мне нравится. А еще взяла вот такой календарь. Мне на стене нужен календарь, чтобы висел с крупными цифрами, потому что мелкие цифры я не люблю приглядываться. Зрение уже не то. Они были с разным рисунком. Рисунок там есть природа, есть мышата и цветочки там какие-то. Мне интересно посмотреть, как он будет выглядеть в развернутом виде. О, вот такой. Ну, а вот эти листочки, они отрывные тоже. Декабрь, январь. Просто чудесно. Вот такой вот чудненький календарик. Оба календаря по 77 рублей. Еще я взяла вот такую штучку. Это, ну, она называется как салфетка, как термосалфетка под горячие тарелочки, да. Но мне она нужна для другого предназначения. И я ее взяла, попробую. Я хотела мягкую доску, девочки, для того, чтобы резать. И вот иногда бывает, там зелень порежешь или что-то. И нужно закинуть в кастрюльку, чтобы оно вот так, не ножом тут скоблить неудобно, а вот так вот раз, согнул и высыпал что-нибудь. Но я хочу попробовать именно вот с этой целью такую штуку. Вот она такая плотненькая. На ней резать мне интересно, как будет. Еще я взяла вот такую упаковку салфеток. Салфетки здесь 180 штук. И стоят они 55 рублей. И вот у меня как раз такие салфетки были, они уже заканчиваются. Только я брала их дороже, и там 100 штук, это в пятерочке брала. А здесь их больше, и получается дешевле. Надо открыть, наверное, посмотреть, какие там салфетки. Салфеточки такие же, хорошие, тоненькие, нежные, все, прекрасные салфетки. Их здесь больше. Еще взяла я фольгу. Для приготовления там вот буженину я готовила, у меня фольга закончилась. И вот я взяла новую фольгу. 77 рублей она стоит. Саянская. Девочки, взяла два контейнера. Я как-то брала уже один контейнер такой, взяла еще два. Это правда по 99 рублей они. Но удобно то, что он узкий, высокий. И здесь очень много можно поставить пузырьков. Я заметила, что мне нужен такой контейнер. На бачок поставить, там много флакончиков войдет, таких там разных. Кондиционер для белья и шампунь, и все что угодно. И еще там шкафчик в один, мне тоже нужен еще один такой. В общем, очень удобный он тем, что он узкий. И он во многие места вот такой контейнер подходит. Еще я говорила уже, да, что контейнер такой можно даже воткнуть на нижнюю полку холодильника, лично мой холодильник, он подходит. И это будет как дополнительный контейнер, например, для фруктов. Ну, еще я взяла вот такую вот упаковку крекеров. У меня есть один рецептик, где нужно будет как раз использовать крекеры. И я их взяла, вот раз они мне уже попались, 400 грамм. Стоит 66 рублей всего лишь навсего. Надо их попробовать. Что смотреть? Надо брать и пробовать, да? Тут в одной упаковке две пачечки. Сейчас одну достану. Тут даже какая-то семечка есть. Девочки, крекеры классные. Они, во-первых, и не соленые, и не сладкие. Но вкусные.
короче, то, что нужно. В общем, показала я вам все, что я взяла. На этом видео хочу свое закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.